Слушай, даже не знаю. У кого такие уши большие? Как показать, представляешь? Зака, что ли, покрасился? Боже мой, это что за пятачок маленький? Так, ну что, первый, ну похож на Ахмета. Мне кажется, 100% он. А кто это? Ну, этого человека не тяжело. Это Ахметов. Понятно, был еще вариант Джеки Чан, но Ахметов. Это Ильзат. Правильно? Да, конечно. Ну, первый Ахмед. Ничего не изменилось, в принципе, да? А, ты вообще про него забыл. Кто это? Слушай, даже не знаю, у кого такие уши большие. Это, мне кажется, Зелимхан Бакаев. Шуня? Это Бакай? Да. Да, это невозможно. Так, Зеля Бакаев. Я видел, когда в Инстаграме тренировки у них были, он снимал лайф или что-то, или фотка была, там, по-моему, такое кресло было. Что у вас с тобой еще осталось момента? Это я. Так, это... Спартак, Адидас. Это давно было, значит. На Беляя похож или нет? Как угадать, представляешь? Это еще и форма Адидаса очень давнишняя, значит, это взрослый, в принципе, человек, мне кажется. Спартак. Ну, тяжело, это тяжело, я не знаю. Беляй, по идее. Это Беляев, что ли? Да ладно. А, в принципе, да. Беляев, что ли? Серьезно? Да ладно. Ну, тут вообще издевательство. Ну, тяжело здесь, нет, тяжело вообще, непонятно. Да, ого, ну совсем тяжело. Не знаю. Наугад. Газинский. Серьезно? Мне всегда говорят, что первый приходит, голову говори. Газинский? Газинский. Не скажу. А, Гази. А, ну может. Узнал меня? Вообще непонятно было. Да? Гиля, что ли? Так, это Гиля. Ну, понятно. Гиля. Прическа, да, такая же? Гильерми. Не, ну хоть он хоть похож на себя. Гильерми? Антоха Шуня. Сразу видел, в Инстаграме попадался сейчас, так что... Ну, это Шуня с братом. Шуня. Это Шунин. Шунин. Так, вот это... Что-то вижу, но сложно. Джанаев. Соснер, да, Джанаев? Зоба. Зоба? Нет? Нет, я угадал. А, не скажу, честно говоря. Хотя, если так... Это Джанаев? Рыжий, вот этот рыжий? На чемпионате мира играл. А кто играл на чемпионате мира? По центру меня вот этот рыжий? Зака, что ли, покрасился? Серьезно? Да, Динамо. Да вообще, кто это может быть с такими волосами? Кудряшмаш? А рыжий, рыжий Семенов, Новосельцев? Ты не веришь мне, что это Ерохин? Ерохин. Это Ерохин? Вот, подожди, где он? Вот этот Ерохин? Он рыжий, что ли? А, Ероха, да ладно, да? Офигеть просто. Ерохин, ты шарлатан, ты рыжий, оказывается. Ну, очень, очень сильно изменился он, да. Он красится, что ли, оказывается? Господи, я сижу уже, думаю, неужели, ну вообще ни на кого не похож. Так, Юра, сразу же увидел Юру, да. Ага, Жирков. Это Жирков. Юрий Валентинович, да, угадал сразу, там видно. А, Жирок? Это какой, 53-й год? Так его, Симонян, подожди, всех узнал, да, этот. Ловчев, Симонян, все здесь идут. Гаврилов, Жирков. Ну, что-то непонятно, даже лица не могу понять. Блин, ну так непонятно. Этот, Сорокин? Это кто такой? Ну, Зоба, да? Не знаю болельщика этого Ювентуса. Зоба, да? У меня почему-то Магаздоев. А это Забнин? Вот я Забнина бы никогда. Мага?
Зопа! Надеюсь, он этого не увидит. Этот, Соболь, что ли? Нос такой, нос у кого у нас такой? Так, это... Кто это? Это Куличенко, что ли? Я тебе клянусь, думал, это администратор. Вообще, да. Ой, ну что-то я здесь вообще не подумал даже. Я посмотрю лицо, реально нос Куличенко, но просто я убрал именно футболистов, не могу понять, кто это. Так, это... Володя Гранат. Кузяй? Это Кутепов ее, я сразу понял. Слушай, не знаю, Кутеп, да, я в нем угадал. Кутеп? А, Кутеп. Да. Илья! Надеюсь, он тоже этого не увидит. Не спешу. Вот сейчас нельзя спешить. Хладнокровно нужно. А с Дуэ нет? Марио. Ну это Марио Фернандес. Кузяй. Офигеть, у него прическа была, да. Симпатичная. Ну это Марио. Да, Марио. Да не, я не угадал его никак. Боже мой. Это что за пятачок маленький? Гадика угадал. Мага, что ли? Блин, чем-то похоже на Ноя, но это не Ноя, наверное. Давай... мне... этот... Что за милаха? Что-то знакомое. Ну, похоже на Ваню Облякова, но он не может быть. Похоже на Ваню Облякова, это он, такого же роста. Ну, это из братьев. Слушай, ну я так понимаю, что это, наверное, Антон Миранчук. О, это я или брат. А, брат. Пусть будет... Кузя. Брат! Помню, там надо... Раньше писали же на фотке сзади. Надо смотреть, честно говоря, я так не пойму. Это Аздой, да? Это Аздой. А ну вот это Мага. А, Мага. Вот это Мага Аздой, чисто. Вот это видно, одет, конечно, вот чисто. Ну так ходит до сих пор. Вот этот стиль, конечно, до пупка, штаны. Вот это конечно, стиляга. О, да? Кто это? Кто это? Кто это? Кто? Рифат? Сейчас едет, да? Кто у нас еще? Ну, взгляд такой взрослый. Станислав Саламович? Станислав Саламович, точно. Ты что, волосы вообще сбиваешь? Это Саламович! Это Саламович, точно! Это главный тренер, да? Это Саламович! Я думаю, где такой вот, прям вот такой, даже здесь серьезный. Это Саламович, да. Кого-то вижу, но сложно. Блин, непонятно. Это Черышев. А, Черыш, походу. А, да-да-да, где прищуривание? Черышев. Глаза. Молодец. Глаза, эти глаза. Не знаю. А, Черыш. И, честно говоря, кто, на кого здесь смотреть? Точно, это не футболист. Какой смотреть? Их три пацана. Три пацана, блин, что мне думать-то? Ну, не из футболистов, мне кажется, здесь, нет? Ну, это девочка это? А может, девочка? Обезьянка? Кого я должен угадать? Да? Как ее зовут? Я не знаю, как ее зовут. Ну, футболистка? ЦСКА, да? Ну, я понял, это футболистка, да, Кравленко? Да. Ну, что-то есть, да, такое. Не, вообще сложно. Кравленко. Леопард. Это не Коваленко? Блин, там некоторые тяжелые прям. Честно говоря, вот когда совсем детские фотки тяжело. Серьезно? Он не смог его? Да кто еще как Ахметов выглядит, скажи мне. Подожди, раз угадал, два угадал. С 18-16, да я легенда. Куличенко я просто мог бы уже сидеть гадать. Легендарен, непобедимый.